Короче, ладно, приступим. Потому что я хочу у себя в истории сейчас выложить реквизиты человека, который нуждается в нашей финансовой помощи, человека, который болен, человеку, которому нужны финансы на лечение. Сами знаете, в какой стране мы живем. И любой бы на его месте хотел бы помощи какой-то, помощи массовой, помощи масштабной, потому что человек в этой ситуации должен знать, что он не один. Человек в этой ситуации должен понимать, неважно, то есть любит его там известный, неизвестный. Мы можем просто помочь человеку спасти ему жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы не проходили мимо этого. Я хочу, чтобы вы откликнулись. Чтобы мы все, чтобы мы собрали какую-то сумму, скинули кто сколько может. Как бы давайте не будем эгоистичными пидорасами. Потому что я столько в жизни, я только в интернете видел очень много всяких просьб о помощи именно по поводу здоровья, но мне лично никогда никто не писал, не говорил, мол, вот, типа, помоги, вот там. Я все время видел, как какие-то люди, у которых есть какая-то известность и какое-то opinion лидерство, реагируют на это. И, если честно, я на это смотрел, выглядело это довольно фальшиво. Так в этой ситуации я не хочу сказать, что я какой-то не такой, я хочу, чтобы мы реально оказали человеку помощь. Поэтому я сейчас в историю скину реквизиты, и я прошу вас, людей, которые меня слушают и поддерживают, скинуть кто сколько может из своего кармана, из своих финансов. Я надеюсь, вы меня услышали. Спасибо большое.